хотелось бы вам сказать спасибо, что вы сегодня сюда пришли. Вы одни из первых играете в эту игру, мы ее только-только запускаем. Игра сделана при поддержке фонда президентских грантов. Разрабатывали мы ее, начиная с марта и до конца августа. Самый пик, можно сказать, всей вот этой пандемии, но мы справились, мы сделали, благодаря тому, что у нас действительно очень классная айтишная команда, очень классные историки с нами работали. И благодаря всей этой команде вы здесь сегодня сидите. Я уверен, вы получите одновременно сочетание и удовольствие от процесса игры, и азарта, и, надеюсь, подчеркнете новые знания об истории Великой Отечественной войны. Генеральному директору автономной некоммерческой организации «Лидер» группы компании «Тема» Серегова Юля, пожалуйста. Наша организация, автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежи «Лидер» с 2015 года занимается подобными проектами для молодежи, для детей, для студентов. Выигрывает гранты и совместно с замечательными партнерами, в том числе с Владимиром Чейтем, уже не первый раз мы проводим очень интересные проекты. Спасибо огромное отдельной Марии за вдохновителя этого проекта, идейного руководителя. Так что всем приятной игры и дальнейшей побед и светлой памяти о нашей победе в Великой Отечественной войне. Получила огромное удовлетворение от сегодняшнего мероприятия, от своего труда и вклада в своей работы. Спасибо вам всем. Что ты теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Три президентских гранта на одной площадке сегодня проводят мероприятие, на котором вы участвуете. Спасибо вам большое. До новых встреч. Мы обязательно пригласим вас еще на наши проекты и мероприятия. Сегодняшняя настольная игра оказалась настоящим открытием. Я о ней ничего не слышал, впервые сегодня модерировал игру, и на самом деле оказался очень счастлив и доволен, потому что данная игра позволяет в легкой играющей форме не просто провести время с пользой, но и при этом получить какие-то новые знания. И поэтому для меня, как для историка, это важно, и я бы эту игру рекомендовал как для школьников, так и для студентов.